В эфире Балинское телевидение, студия Раиль Низамов. Здравствуйте. Хотите, чтобы в Татарстане появились новые туристические маршруты? Поддержите Республику Татарстан во всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. В случае победы в республике могут появиться 5 новых природных мест отдыха вокруг особо охраняемых природных территорий, а в частности всеми любимых Голубых озер, горы Лабач, Юрьевской пещеры в Камско-Усимском районе, Волжско-Камского природного биосферного заповедника, Нацпарка, Нижняя Кама и Шумбутского заказника в Рыбно-Слободском районе. Национальный парк Нижняя Кама ближайший к Бавлинскому району. Он находится почти в 3 часах езды от Бавлов. Если Татарстан выиграет в вышеназванном конкурсе, то нашей республике будут выделены средства для создания вокруг нацпарка Нижняя Кама нового туристско-рекреационного кластера. Прямо сейчас на сайте Природа Лайф идет голосование за самые важные для региона проекты. От его результатов в том числе зависит, пройдут ли проекты Татарстана в финал. Что нужно сделать? Заходите на сайт «Природа Лайф», выбираете раздел «География», авторизуетесь через почту или социальные сети, выбираете на карте «Татарстан», ставите сердечки под нашими проектами. Голосование продлится до 23 июля. От этого зависит, пройдут ли проекты республики финал. Поддержите Татарстан! А наш эфир продолжит передачи. Это актуально, Иманоры и программа «Наш двор». Оставайтесь с нами. Здравствуйте! В эфире передача «Это актуально». Ситуация с пандемией коронавируса в стране отразилась на рынке труда. Последние месяцы в Бавлинском районе наблюдается рост безработицы. Все больше бавлинцев встают на учет в Центре занятости населения. Об этом расскажет директор Центра занятости населения города Бавлы Римма Султанова. В Бавлинском районе города Бавлы безработица потихонечку, но неумолимо увеличивается. Это связано, во-первых, с двумя причинами. Это сокращение на нефтяных предприятиях в связи с тем, что у нас упала добыча нефти планово, и с тем, что у нас коронавирусная все-таки ситуация не очень хорошая в стране. На сегодняшний день на учете в центре занятости у нас состоит 615 человек, из них 551 граждан признаны безработными и получают пособие по безработице. Уровень регистрированной безработицы 3% от общего количества рабочей силы. Из 551 безработных 383 проживают в городе, 168 в сельской местности. Люди предпенсионного возраста стоят на учете 55 человек, инвалидов 24 человек, молодежь от 16 до 29 лет 203 человека. В том числе выпускники этого года высшим и средним специальным образованием 27 человек. 95 безработных имеют 168 несовершеннолетних детей. На каждого ребенка получают доплату ежемесячно 3000. Всего за 3 месяца этого года выплачено 569 тысяч рублей на поддержку детей семьями. А всего безработным за последние 3 месяца выплачено пособие на сумму 11 миллионов рублей. Всего вакансий у нас традиционно мало. На сегодняшний день у нас 87 вакансий. В основном это сельское хозяйство, благоустройство, врачи нужны. У нас в сельском хозяйстве нужны ветврачи, зоотехники, агрономы и так далее. Специалисты. С 1 апреля на сегодняшний день трудоустроено 111 человек. За 3 месяца. Из них 26 на постоянную работу, 85 на временную работу.
Всего на сегодняшний день подали уведомление о сокращении штатов 3 предприятия, на которых сокращается 88 человек. На сегодняшний день мы планируем встречи в этих коллективах, где мы будем разъяснять работникам о их правах и гарантиях, на которые они имеют право в связи с сокращением. Мы работаем все так же дистанционно. Через портал «Работа в России» с 1 апреля по сегодняшний день поступило 621 заявление. И заявлений у нас пока, к сожалению, меньше не становится. Ежедневно мы получаем от 5 до 20 заявлений. Но надо иметь в виду, что когда подаешь заявление в центр занятости, надо рассчитывать на то, что мы в первую очередь будем предлагать трудоустройство. Мы для этого и работаем. Если есть согласные квалификации, образованию и кем они ранее работали, мы в первую очередь предлагаем работу. И если они отказываются от нескольких, то мы их просто не ставим на учет. Это надо иметь в виду. Мы не просто выплачиваем пособие, а мы все-таки стараемся трудоустроить людей. На 1 января у нас было 109 безработных. В основном у нас ежегодно вот где-то 150, но самое большее, это было 200 безработных. На сегодняшний день у нас 615 человек. Это в первую очередь из-за ситуации? Да, эта ситуация вот так совпала. И коронавирус, и добыча нефти у нас все-таки планово упала. Люди, обращающиеся в центр занятости, они, как сказать, вот если вы им вакансии предлагаете, они охотно вот хотят работать или чтобы просто на учете постоять и пособие получить? 50% людей, которые действительно хотят только получать пособие. Вот эти получить свои полгода пособия, а на трудоустройство очень не отзываются. Да, к сожалению, есть такие люди. Но есть те, которые действительно хотят работать, особенно вот молодые люди, они прям приходят и звонят, и направление берут, и идут скорее. Вот этих людей, конечно, всегда очень как-то обидно за них, за то, что они не могут трудоустроиться. Они действительно хотят, умеют, знают и стремятся. А вот вы сказали, что есть выпускники вузов, да, да, которые окончили высшее учебное заведение, они не могут трудоустроиться. Вот. Каким-нибудь? Ну, мы предлагаем временные работы, предлагаем в данном случае какие-то рабочие профессии, мы переобучаем же, мы очень много переобучаем. В этом году у нас вот, за полгода очень много обучено, более 100 человек. Поэтому кому-то предлагаем переобучение, кому-то предлагаем общественные работы, хотя бы чтобы они что-то подзаработали, где-то предлагаем временные работы. Вот. Те, кто действительно старается трудоустроиться, мы помогаем. На какие профессии вы переобучаются, что востребовано? Вы знаете, это зависит от того, какая есть спрос. Если есть спрос, например, на маникюрш, мы комплектуем группу, потому что индивидуальное обучение, оно дорого, и стараемся делать групповые. И мы все-таки все делаем через госзакупки же. Это же надо вначале объявить конкурс, и уже соответствующим учебным заведением работать. Поэтому стараемся скомплектовать группы. В последний год у нас очень были, конечно, популярны маникюры, ше, потом парикмахеры, ну и, как всегда, нефтяные профессии. Они в нашей зоне всегда будут популярны, и поэтому мы комплектуем такие нефтяные профессии желающих. Набираем, а потом уже отправляем на обучение. А каждый может прийти вот, переобучиться? Какие условия? Только безработные. Люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Мы созданы для того, чтобы помогать безработным людям. А как вот прогнозы на дальнейшее, на осень? Пока ничего не могу сказать, конечно. Вот мы начинаем работать с этими предприятиями, и с нефтью, наверное, будем работать. Конечно, будем в первую очередь тех, которые сокращенных. У кого возраст достиг, отправлять на досрочную пенсию. Ну и вообще с нефтяниками лечь в том отношении, что у них в каком-то договоре заложено, что если человек сокращается или попадает под ликвидацию предприятий предпенсионного возраста, то за счет средств, заложенных Татнефтью, они идут на досрочную пенсию. В этом отношении гарантии работающих в этой системе, конечно, высокие. А если не предпенсионный? Ну, если не предпенсионный, значит, встает к нам на учет и будет получать соответствующие пособия. А сколько научатся? Ну, те сокращенные люди, они стоят год, и у них высокое пособие. 12 130 на сегодняшний день.
по крайней мере, это даст возможность им как-то присмотреться, поискать работу и найти. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Исәмсіз құрметлі телевизор қараушылар, бүгін иман нұры тапшыруында біз районның имам мұхтасибі Әнвер Хазрат білен құрбан чалу, құрбан ғайты хақында сүйлешірбіз. Құрметлі Әнвер Хазрат, рәхім етіп, әйтік зәліміне құрбан ғайты неше кетіп бұйыл ұзашақ. Сәлем алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла берсе енді біздің 31-і күні ғайыт, құрбан ғайыты, мұсылман дүниесінде екі ұлы бейрамдардың бірі болып тұра. Әлбәттә енді бұйыл мына шул дүниедегі таралған коронавирус шире сәбәпле, пандемия сәбәпле ғайыт намазларын уздыруда да бар азырақ қана болса да өзгерулер болашақ. Біріншіден енді Аллах тәала насип етсе, біздің хауа тұрышы матур болса, қояшлы күн болса, яңғыр қойып тұрмаса, ниетләштірәбіз ғайыт намазын уздыруға Иволга стадионында. Яғни ғұмумән көпшілік халық үшін шунда узашақ. Әлбәттә инде менә бу астагы бауылдагы олы яшьтәге кешеләр, аларга инде теге үскәмәләргә авыр була торган булса, алар шулай ук менә Гали мәчетенә килеп, монда бу намазга катнаша алалар. Ләкин инде бөтен җирләрдәге кебек, менә бу гаит намазында катнашу өчен дә изгәрә шартлар куелган, анда инде беренчедән кеше үзе сәламәт булырга тиеш, аның температурасы булмаска тиеш. Аннары соң намазга килгән кеше һәрберсе маскадан болырға керегенде бигерек та мана бұл тұшта стадионда бола тұрған әмешет ішінде қотнаша тұрған кішілерге бешет кісінде керге керек. Шылай қар бір кіші өзінің намазлығы бінен келерге тейш намазға, яғни өзі намаз оқи тұрған жер өзінің намазлығының үстінде боларға тейш. Иншалла, бұл хауа матур болған кәрінде енді. Әгер де яңғыр яуып тұра тұрған болса, ғайт намазларыбыз мәшетлерді ұза, ләкен мәшетлерді де мына шул тыюлар белән, менә шул теге шартлар белән һәм теге социаль дистанция дип әйтәбез, ара калдырылып, шулай дип намазны башкарачакбыз. Бәлки инде бөтен кеше мәчеткә сыйып итмәсә дә, кемгәдер бәлки ишек алдында басып торырга туры килер. Шуңа күрә, әгәр дә яңгырлы көн була торган булса, намазда катнашучы кешеләр теге дәрҗевик кебек шундыйрак әйберләр яисә инде теге зонтик кебек әйберләр үзе белән алып куйса хәерле була. Ну, Аллаһ Тәаләдән сорыйбыз. Аллах тәрә ул көнне матур ашық қылсын дейіп, ләкен хар халда яңғырда біздің шәнінде керек нәрсе болып тұра. Құрбанлық молларын ертеңгі нешеден шалу дұрыс болып санала? Біздің ғайыт намазы мәшетлерді сағат 5-те оқыла. Шамалап шол 6-шы яртыларда намаз тамамлана, хаммана шол 6-шы яртыдан соң құрбанлықларына шала башларға рұқсат етілі мүмкіншілік бұла иншалла. Құрбан шалу мәселесіндә ул біздің Алла берсе, шәһәрдә ике мәчеттә йыштырылачак, ике менә шул корбан шалу өчен булган мәйданчыкларыбыз була. Ә инде авылларда күпсенчә инде күп кеше үз шәхси хуҗалыкларында корбаннарын шалалар. Әнвер хәзрәт, рәхим итеп әйтегез инде, менә корбанлык молларын кем шалса дөрес була? Корбан гомумән менә әле безнең күптән түгелгән дини нәзәрәтендә гынамәләр шәрәүсенең карары чыкты. Бүгінгі күнде мына шул ғайит күнендә кешенең борычларыннан тыш 16 мың акчасы бар икән кулында, андый кеше инде корбан чаларга тиеш. Корбан чалына гаиләдән. Әгәр дә инде гаиләдә әйтик, аерым кеше, анда хатын-кызның үзенең байлыгы бар икән, аның үзенең аерым бизнес эше бар икән, ирнеке үзенеке аерым икән, теге общий бюджет дип әйтмәбез, менә һәр берсе үзенең аерым тота икән дөньяда. Әгәр дә 16 мың акчасы бар икән ул вакытны аңа да чаларга кирәк. Ләкин гаиләдә әйтик инде гомумән гаиләдә теге бюджет бер бит инде акча, дөнья бит нәрсе бер булгач, гаилә исеменнән бер корбан чалына. Әгәр дә корбанлык малын гаилә башлыгы үзе чалса дөрес буламы? Корбан чалганда әлбәттә инде менә гаилә исеменнән чалына икән, ул вакытны гаилә башы чалса ул дөресерәк була, туғырарак килә, чөнки Аллаһ карсында
Бу бидинде біз Аллахының бұйрыған өзі біз, өзі біздің ғайлы біз ісімінден өтеген болабыз. Шуа көрі қатта енді кіші тегі намаз әхілі болмаса да, лекен мұна шол ғайыт кәні, ол ғысылләніп, юынып, тәхәрәтләніп, ниетләп, мұна шол құрбанды шақса, әлбәтті бек яқшы бола, бек дұрыс бола. Енді кішінің, әйтек, мүмкіншілігі ең екен, мәселен, қатын-қыз, ол да тілі құрбан шаларға, шалдырға енді, лекен өзі бет шала алмай, андай уақытта кімгәдір мұрашағат етсе, рұқсат етілі. Әлбәтті, енді ол тегі намаз әхілләрінден болса бек яқшы, шынки енді, мәселен, құрбан шалғанда, пиғамбәрбінің сүннәті бойынша құрбанны шалғашты, шалушы кіші, шалдырушы кіші, барып, екі рекағат айырым нәфіл намазын оқып кетсе, бек яқшы бола. Аллах тәаладан сұрап, я Раббам, құрбандығымды қабыл ет деп. Мына шундайрақ ниет белән намаздар оқылса. 31 күнне битендә һәрбер гаилә Корбан гаетенә бәйрәмнәргә әзерләнә. Менә мусламан дөньясында, шын мусламан гаиләсендә бәйрәмгә әзерлек чаралары ничек итеп үткәрелә, ничек үткәрелергә тиеш? Корбан гаете ул шыннан да теге менә динебез ягыннан дөньядагы бөтен мусламаннар арасындагы булган бәйрәм булып тора. Ул шын мәгънәсендә, чөнки кайсы бер башка бәйрәмнәр буларга мөмкин татарларда, буларга мөмкин теге бывший Советский Союз вақыт жерліклерін дәдіп етек. Лекен Құрбан ғайеті дүниядағы мәне Африкадан алып анты теге болсын мол Канадаларға қатлы мұсылманлар бар екен, хар бір мұсылман мұна шул күнні аны бейрам еті. Әлбәтті, ол біздің татар халқында да әлекеден бір ғырып ғадат болып келген бетенді ол қатты теге дин тиылған вақытларда да біздің әбиләрбіз, біздің әбиләрбіз, бабайларыбыз йортларда енді тәбек мәкләр пішіріп, нешектер матур, мына шул бәйрәм істәлләрін қырып, бұл бәйрәмні ұйыштыра тұрған болғандар. Шуңа күрә, хәтта кіші құрбан шала алмай екен, есенің мүмкіншілігі жоқ, есе бөтен себепләр, бұл күнне енді теге нешектер битараф қалдырғалы дұрыс болмай. Чөнки мұсылман кішісінің ол бір недейдір айырым, аның мұсылман екенін көрсетіп тұра тұрған бір сифат боларға тиеш. Чөнки Аллаһ тәғала бұл күнне бәйрәм еткен біздің үшін, һәм біз мына шул Аллаһ тәғала бәйрәм еткәнгә күрә дә аны хөрмәт итеп бұл көнне ничектер үзебезнең туганнарыбызга, балаларыбызга, якыннарыбызга бер бәйрәм атмосферасын булдырырга тырышырга кирәк иншалла. Әнвәр хәзрәт, без инде ел саен шулай корбанлык турында, корбан маллары турында сөйләшәбез. Менә быел да бәлки кемнәргәдер яңалык булыр ул, кемгәдер бәлки исенә төшүп китәргә мөмкинлек бирер. Корбанлык малы нинди булырга тиеш, нинди шартлары бар? Корбанлык малы күбезенчә бит инде без сарык шалабыз. Сарык шариат китаплары буенча аның яше 1 яшка тулган булырга тиеш. Ләкин әгәр дә инде сарык үзенең гәүдәсе белән олы икән, бір елі туылмаса да, 6 айдан ұзған икән, өзінің, мәселен, анасынан ұларға икән, гәудесі біне есі аның хәтлі икән, анды сарақны да құрбанға шаларға рұқсат етілі. Сарық енді ол шалына бір кіші есімінден, есі бір ғайлы есімінден ғына бір сарық шалына. Міне, аннан башқа тағын кішілер қайсы бір уақытны жиылышып, ірі мал шалалар. Мәселен, сыйыр ма, анда өгіз ме, қайсы бір жерлерді хатта дие де шалалар. Анды ірі мал шалына біздің 7 кішіге, хам сыйыр малының еші 3-тен де кем боларға тиеш түгел. Хам мына шул көмәкләшіп құрбан шалуғанда бидің кішінің де ниеті құрбан боларға тиеш. Яғни кімдер қарайлы мына мұның сыйыры яхшы, иті тәмнідір, мен де қатнашып бір үлішін алым әлі деп қатнашса, башқаларың да құрбандықлары юққа шыға. Бидің кішінің ниеті боларға тиеш құрбан шаларға деген. Құрбан етін нешек етіп дұрыс бөлерге сың, нешек дұрыс бола құрбан етін қоя қоярға? Құрбанлықларыны шалғаш кішілерінің бетінен сұрау келіп шыға, әнешек біз аның етін, аны, мәне, әгер де кішінің қәлі кіші екен, ол уақытын енді ол кіші аны толысынша таратса да рұқсат етілі. Енді құрбанлықтың ғадетті ішке бөліп, аның бір үлішін тараталар бет, енді мұқтаж болған шындай ғайлелерге. Икенче өлешен туғанларына, яқынларына, дусларына шақырып, бір бәйрәм мәжірісін ұздырыла. Хәм үшінші өлеші ол өзінің ғайләңі қола, ғайләң үшін өзінің күнделік тұрмышыңда ризығының үшін қолланырға қола тұрған бір өлешілерден болып тұр, иншалла. Аллах тәғала насип етсе, 31 күні біздің әйткенімізше бәйрәм, Алла берсе, енді бір зор өтініш. Мына шул бәйрәмдә катнашучы кешеләр барыгызны да чакырабыз иншалла. Ләкин бәйрәмгә килгәндә һәрбер кеше маскаларын киеп,
перчаткаларын алып, өзәрінің шахси намаздықлары білән, әгер де енді теге стадионда оқыбыз екен, теге яңғырдан соқылдан атырған, онда зонтик бұламылдар, жевик бұлам, мұна шында ебірлеріні өзегіз бен алып кесек, бек яқшы болар, иншалла, бек көркен болар. Хам шул ғайеттен сын шулай әкірнап, әтішмеше, тартышмеше, кім мәшет тересінде құрбаншаларға тілей анда барып, шират білән, Алла берсе, құрбан бір күнгінен шалынмай ол, теге кейінерге қызынарға керек ме, міне, менікі қалайынды, нешіліп менікін сыңарақ жағалалар деп, еқ. Бүтін үсін бір тәртіп білі матур етіп башқарып шағыра керек, иншалла. Хам бар ағасында, иншалла, келешек бейремнер білі, мен шыл бейремнеріні матур етіп ұстырып жіберек, Алла берсе. Құрметлі телевизор қараушылар, иман нұры шының білен тәмәм, ғойлелерігізге именлік, барығызға да саулық, сәлеметлік, олдағы бейремнер мүберек болсын деген тілекті, мен сізнің білен сау болашам. Әуду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Торговый центр «Лада» в связи с расширением требуются кассиры, менеджеры по продажам автозапчастей, электроинструментов, строительных материалов. График 5/2. Место работы – город Бавлы, улица Калинина, 13. Запись на собеседование по телефону 893-93-34-34-63. Китап радиосы. В этом году началась реализация республиканского проекта «Наш двор». Всего планируется благоустроить 16 дворов. Пока начались работы лишь 6 из них. В этих дворах работы выполнены на 40%. И по ходу благоустройства до сих пор ведутся обсуждения с жителями. В уже имеющийся план вносятся коррективы. На днях состоялись встречи с жителями домов по улице Пушкина 45 и Пушкина 45А. К назначенному времени на пятачке возле одного из подъездов собрались порядка 15 жителей. Чуть позже начали подтягиваться и остальные. К благоустройству двора они подключились активно. Впрочем, это инициатива группа дома. Поэтому о том, что будет делаться в их дворе, они знали задолго до начала работ. Именно они высказали свои предложения и пожелания по некоторым видам работ, в частности, чтобы срубить старые деревья и на их месте обустроить автомобильную стоянку. Кстати, стоянку здесь существенно расширили, и, по словам жителей, двор стал просторнее. На сегодняшний день из 16 дворов, у нас 6 дворов, по 6 дворам приступили к работам. По готовности, получается, ну, по вашим двум дворам, по Пушкину 45-45А, готовность 40%. Вот, остались работы по обустройству бордюров, тротуаров, обустройству стен, стены, бетонных блоков. Вот, сверху платформа, вот, детские площадки. По проекту во дворе дома по улице Пушкина 45 предусмотрена и детская площадка. Она будет находиться недалеко от стоянки. Поэтому прямо возле нее здесь могут оставить свои коляски и мамы. Для этого будет оборудована специально отведенная для этого территория. Да, которые хотят с колясками передвигаться возле детских площадок, им придется, да, обойти, они оттуда обойдут и как бы по тротуару будут двигаться. Но мы здесь место оставляем под стоянку колясок, он будет огражден бордюрами небольшой. С коляской подошли, будет лестничный марш наверх. С детьми поднялись, скамейку присели, дети играют, все хорошо. Ну, как бы там наверху с коляской ходить, ну, мне кажется, незачем. Правда, здесь просто необходимо ограждение, но по этому поводу еще ведутся обсуждения. Дело в том, что детская площадка находится не на одном уровне со стоянкой, а на некотором возвышении. Поэтому здесь нужно будет обдумать, как правильно оборудовать детскую зону, чтобы она была безопасна для прогулок с детьми. Мне не нравится то, что будет стоянка, будет тротуар и такой обрыв. Да, да, вот, вот ограждение. По поводу ограждения нам нужно будет вместе с вами вместе подумать. Или что там это... с лесхозом будем заказывать, или как. Ну, есть такие декоративные маленькие заборчики. Нет у нас спецификации этого. Мы его не можем. Вот такие есть за 130 рублей. Нет, это серьезно, это надо такие уже серьезные. Вот по поводу ограждения нам с вами совместно придется думать. Уже сейчас можно представить, насколько изменится двор. Кстати, на стоянку уже паркуются машины, даже несмотря на то, что асфальта там нет и засыпана лишь щебенка.
В будущем по улице Пушкина 45 планируют сделать и тротуары. Правда, теперь асфальтированная дорожка будет находиться не под балконами, а чуть дальше. Это будет сделано опять же с целью безопасности. Дело в том, что зимой на крышах домов образуется наледь, и ходить под балконами опасно. Здесь тротуар 1,5 метра получается, да? После тротуара здесь будет зеленая зона. Мы ее примыкаем прямо к подвалу, Ильдар Чулпанович. И здесь только будет отмостка. Здесь уже прохода не будет, потому что, смотрите, очень опасная зона зимой. Здесь люди передвигаются, ну не дай бог, сколько случаев было уже было. Мы поэтому тротуар перенесли туда, там уже безопасная зона. Здесь же, недалеко от подъездов, планируют оборудовать так называемую зеленую зону, куда жители смогут посадить цветы, кусты и плодовые деревья, к примеру, вишню. Да, здесь выкопают, чернозем завезут. Ну, конечно же, у вас был прекрасный двор, здесь были высажены цветы в некоторых там подъездах, я не говорю за все. Это тот двор, 45А. Да, это там. Мне бы хотелось, чтобы вы тоже подключились к данной работе, тоже вот к завершению работ. Мне бы хотелось, чтобы и саженцы вы посадили сами своими руками, потому что тот человек, который сам посадит это дерево, он будет ухаживать за ним. Также будет каждый день поливать, и это дерево 100% приживется. Еще внукам будете показывать и говорить, это дерево я посадил там или посадил. Освещение дворов будет осуществляться с помощью 3 уличных светильников. Для этого установят специально энергосберегающие лампы. Тут по большому счету 3 светильника стоят. 3 светильника стоят общей мощностью 300 ватт. 300 ватт. Работы они будут где-то, ну, если в среднем брать часов 8, там выходит где-то порядка 350 рублей на весь дом. Кроме того, в этом дворе планируют установить видеокамеры наружного наблюдения. Обратимся мы в Статтелеком, они нам посчитают проект, мы вам об этом дополнительно сообщим. Рассчитаем примерно ежемесячный платеж, сколько это будет с одной квартиры. Камеры, я вам сразу говорю, они необходимы, тем более здесь автомобили, дети, детская площадка. Не дай бог, что-то там, ну, всякое бывает. В любой момент может обратиться. Они на таких условиях дают. То есть у них там архив порядка недели бесплатно они дают. Архив на неделю. Но, как правило, если что-то случается, сразу обращаемся. Всего в этом году запланировано благоустроить 16 дворов. В 6 из них уже ведутся работы. Это дворы по улицам Сайдашева 3, 5, Пушкина 45, 45А, Энгельса 52, площадь Октября 14. В дальнейшем планируется благоустройство дворов по улицам Энгельса 54, Хадит Акташи 10, 13, 15, 29, 29А, Сайдашева 21, Ленина 18, Гоголя 1, 15, 21, 22 и Пионерская 7. К примеру, в доме по улице Сайдашева 21 планируется расширить стоянку, построить удобные тротуары и поставить дополнительные уличные светильники. Пока этого всего здесь не хватает. Кроме того, здесь планируется обновить детскую площадку. Все старые железные элементы, которые предназначались для детских игр, будут убраны. На их месте будут установлены современные и безопасные игровые конструкции. Претерпит изменения и двор, примыкающий к улице Энгельса 54 и Хадит Акташи 29А. На сегодняшний день здесь имеется автопарковка на 38 мест. В будущем эту парковку планируется благоустроить. Здесь полностью снимут старый асфальт и положат новый. Также здесь будут тротуары и современная детская площадка. Двор по улице Хадит Акташи 13 и 15 также видоизменится. К слову, здесь уже есть благоустроенная детская площадка. Ее сделали в 2019 году, а в этом году планируется установка дополнительного игрового оборудования. В проекте также заложена автостоянка и тротуары. К слову, к концу строительного периода все 16 дворов будут благоустроены. Для того, чтобы все работы были выполнены в срок, привлечены несколько подрядных организаций. На сегодня мы завершаем свой эфир. 23 июля в 19:00. Не забудьте посмотреть новости на татарском языке. Напомню, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 564-47. Всего хорошего и до новых встреч!